Привет, амигос. В общем-то, после прошлой унылой серии, где я связался с этими унылыми, как его там, их мини-путами, хотел сказать, этими оборванцами, короче, которые живут. Повозился немножко в крафте, подразобрался, это сначала спросил у всех, как что делать, потом думаю, дай-ка сам, время есть. Вот, понастроил им тут, короче, всякой бороды. Пища только вот нихера у них что-то. На пятерых хрен прокормишь. Построил он станцию сбора мусора, но я не знаю, что это такое. Вот. Тошка, арбузы. Все им тут сделал, короче. Оборону там три турели поставил. Вот очистную, хренотень. Вот, но чё смог, то смог. Все. Не очень-то это все интересно. Я бы даже сказал, что это совсем не интересно. Для фанатов Майнкрафта, вот, может им понадобится. Подожди, а как сюда назначить рабочего? Разобрать, выйти. А сюда как назначить рабочего? Чё вот я должен сделать-то? I need to assign someone to this. Ну вот она роется тут вроде. I'll stop complaining when there's nothing left to complain about. Это бред собачий. Может через мини верстака? Тихо, тихо, ёпт, как она не хочет мусором заниматься-то. Ну, назначить. Блять. Пиздец как. Назначить, ёб твою мать. Ресурс назначен. Теперь идем, сука, следующего аборигена ищем, где тут кто живет. Ну это просто пиздец, я говорю. Это. Еще. Я понимаю, оборудовать там себе логово какое-то, вот там, на Red Rockets. Но здесь, блядь, это просто охуеть. Смотри, теперь вот этого. Команда, блядь. Отправить. А чё, хули отправить? Ты куда отправить? Теперь идти обратно, что ли, сюда. Назначать его на грядке, блядь, пропалывать или что? Назначить, ресурс назначен, ну и хули в туле. Ой, пиздец, короче, пошли вы в жопу, мини, кто вы там, блядь, ну вас нахер. Выбранную точку. Ну, то есть, я о том, о чем и говорил, ходите в меню верстака, разбираете целые дома на запчасти, заборы, деревья, блядь, столбы на металл, вот, и начинаете крафтить. Строить новые дома, заборы строить, там турельки ставить, блядь. Это, бля, вообще это, я не знаю, какому отморозку это будет интересно делать. Я просто не представляю. Это такой отстой, по-моему, дикий просто. Кто бы ни атаковал это говнище, мне насрать будет. Пусть их вырежут нахер, если они сами за себя не могут защищаться. Но почему я не могу у себя вот здесь турельку поставить? Масла не хватает. Вот теперь я вижу, что масла не хватает. Прожектор можешь поставить, чтобы он светил. Светил на мою броню и зазывал сюда воров, как бы, спиздите мой доспех, да? Ладно, ничего не хватает, ну пошел в жопу Red Rocket. Это что хочу, могу сделать, а закрыть здесь нахер. И выйти через двери. Это круто. Не знаю, придет ли кто воровать мое вот это все, ну, в принципе, я, наверное, могу что-нибудь здесь разобрать на масло. Вот, например, вот этот грузовик, если я разберу, что я получу? Сталь, 15 стали. Вы врубайтесь, да, что можно уже доспехи себе сделать. Если я разберу телефон, я получу чего? Стекло. За сам телефон я получу вон, сколько. И предохранители вакуумные. То есть, не надо никакой мусор по ходу игры собирать. Это все нахрен, ничего не надо. Что это такое? Химлаборатория какая-то. Автомат по продаже молока. Сталь. Да нахрен мне ваша сталь. Сталь. То есть не надо ничего разбирать, все, просто, то есть не надо ничего лутать, как я думал, что надо лутать каждую мелочь, чтобы потом и перерабатывать. Нахрен все не надо, просто приходите вот сюда, вон можно дерево срубить, слупить дерево, то есть приходите к тому месту, где есть верстак, и просто начинаете все разбирать на запчасти, и таким образом у вас будет все, что вам надо для крафта, я так понимаю. Здесь что вот масло действительно хер найдешь здесь. Я просто боюсь, что украдут мой костюм. Уже писали о таких случаях, что костюм был
Просто угнан. Ну там чувак в бою из него вылез, как он написал. Не знаю, насколько правда. Кто мог залезть в разряженный костюм? Это уже не моя печаль. Я говорил, что я крафтом заниматься в игре, скорее всего, не стану. Я уж лучше я буду ходить исследовать цех сборки машин. Зачищен, зачищен. А цех сборки машин не зачищен. Пойду зачищу со скуки. Уж перестрелка здесь явно веселее крафта. Даже без всякого квеста просто пойду зачищу. Не знаю, наверное, это поскольку это на территории минитменов, вспомнил, как их, да, минитмены. Наверное, это квест от минитменов туда идти. Но вступать в их обоссанное братство я не хочу. Как его, блин, в обсосное братство стали. Вообще не хочу никому примыкать, потому что единственное, что здесь дает вступление в какое-то братство, как я понимаю, это кучу побочных квестов, просто пачку сразу, да. А вот в третьей части же вступление в братство стали давало тебе возможность носить силовую броню. Насколько я помню, только в братстве стали тебя могли научить носить силовую броню. Либо в братстве, либо там был такой чувачок специальный, где-то его можно было найти. Он бывший паладин, и он этому мог научить. Кстати, еще что хочу вас немножко, кого напугать, кого обрадовать, обратим внимание на размеры этой карты. Вот видите, я уже, в общем-то, вот сколько всего исследовал. Опускаем камеру вниз, и становится видно, что я исследовал уже четверть этой карты, да? Но здесь еще вода. То есть, можно сказать даже, что я исследовал больше четверти этой карты. То есть, карта игры не такая большая. Она, блядь, раза в три меньше, наверное, чем третья часть. Раза в четыре меньше, чем Нью-Вегас. То есть, 400 часов геймплея тут можно наиграть, но только если умышленно ходить хуи пинать с утра до вечера. Так, если ломануться по сюжету, я думаю, за недельку игра будет пройдена. Ну, а учитывая, что никакие ресурсы здесь, оказывается, не нужны, исследовать ничего не надо, смысла нету, то есть можно игру пройти по бырику. Ну вот, у меня уже оружие, в принципе, такое авторитетное, да, броня. Броня мне, в общем-то, силовая у меня есть, пара батареек найти и все. В общем-то, для прохождения игры укомплектован. Откуда? То есть как-то странно тут все. Ну, решили не делать большую карту, а попытаться увлечь людей, видимо, крафтом. Крафтом всего на свете. Создать свой поселок, построить свою деревню, блядь, пригласить сюда людей, сраную кучу. То есть, получается, вступаешь в минитменов, строишь город для минитменов. Вступаешь в братство стали, строишь, видимо, укрепрайон для братства стали. То есть, я вот так это все понимаю. Ну и, конечно же, вот в итоге получается, что все эти вступления нахрен не нужны, и тупое говно. Раньше вообще-то можно было силой взломать замок, если он там совсем простой. Ёб твою мать, что происходит? Нахрена он так резко дергает шпилькой? Короткий гладкоствольный карабин нахер не надо, у меня уже есть прокачанный. И то я им не пользуюсь, потому что у меня есть лазерная винтовка убойнейшая. Меня высвечивает прожектор, но никто почему-то не стреляет. Так тут есть рейдеры или нет, я не понимаю. Через эту дверь я вошел. На крышу, это на крышу. Сука, граната, что ли, кинет? Ширево, срочное ширево. Еще одно. Опа, вот эта встреча. В жбан. И этому в жбан. В упор-то не промахнусь, наверное. Бам! Голова с плеч. Следующему. Они что-то вообще против этой пушки ничего не могут. Мне кажется, я сюда просто пришел уже слишком перекачанным. Это, наверное, одна из самых первых локаций, которую полагалось в игре исследовать, будучи вооруженным каким-нибудь. Да, блядь, эта собака задолбала путаться под ногами. Она никого не атакует, она ничего не делает.
Ну вот этого, походу, она загрызла, молодец. Продолжают лететь откуда-то гранаты. Продолжают слетать головы. Ключ от склада. А откуда-то у меня уже был ключ. Не знаю, где его взял. Обратите внимание на вот эти безумные движения отверткой. Какие-то супер резкие. Такого не должно быть. Сенсорный модуль. Вот это, наверное, нужная вещь. Патроны, патроны, патроны. Ну, понятно. Не знаю, что тут собака делает. А, в этой миссии она что-то вообще бесполезна. Открыть дверь. Да, что-то как-то здесь скучновато, я бы сказал. Я даже сложность повышу. А то они вообще ни о чем. Ну, здесь я единственное, что лечиться забываю, поэтому помираю. Больше, собственно, меня ничего не останавливает. От аннигиляции. Не воздерживает от аннигиляции тоннами этих врагов. Масло тут хер найдешь, я так понимаю, да? Да ладно, гули. Как заправские зомби прям вылезли. И начали излучать эту свою радиацию. Да. Веселье, конечно, запредельное. Они даже не хотят бежать, как-то атаковать, что ли. Многие из них просто ждут. Я все жду, когда я здесь босса местного встречу. Здесь в каждой локации есть, походу, мини-босс какой-то. Он именной. Выглядит как обычный, но хотя он то с миниганом, то еще с каким говном. Че такое? Такое ощущение, что это какой-то автозавод, что ли? Как бы раковину разобрать. На керамику. Керамика очень нужный ресурс. Все сортиры в городе я уже разобрал. Придется им срать в кусты. Оу. Это выход был? Какая досада. Мне кажется, что самое интересное тут на крыше было. Надо лестницу найти, залезть. Но в любом случае, согласно моей теории, тут должна быть ядерная батарея по любасу. О, Джаред, а вот и босс. За 17 опыта. Боссы за 300, ёпта. Ключ от сейфа. Шипастая броня, не знаю, нахрен она мне обосралась. Она, наверное, лучше, чем моя, в принципе. Я даже полагаю, что она намного лучше, чем моя. Так, посмотрим. Шипастая броня. Ага, одежда. На мне надет комбинезон, да? Шипастая броня. От радиации 0, зато электричество и защита. Ну и, блядь, и все, естественно, снимается. Для левой руки, для правой ноги, для вот этой, вот этой. И вот этой. Ну-ка посмотрим на красавчика. Охуенный вообще красавец.
Я так понимаю, что шипастая броня, она просто вместо всего одевалась. И это значит, что это просто полное говно. Ну, наверное. Странно, что получается, только вот этими отдельными частями можно обвешивать только комбинезон, что ли? Чё-то как-то странно. Так, а где лестница наверх была, я видел. Когда вошел, видел лестницу. Такое чувство, что сейчас я херую найду. Это что такое? А, да. Крышка на контуре Халиганда. Возьму две, не знаю, что это. В ящике для инструментов постоянно попадаются какие-то патроны с какого-то хрена. Пиздец, что тут с открыванием? Антирадин. Шкура когтя смерти, вау. Бля, это злом начинает меня уже надоедать, честное слово. Патроны, которыми... Надо уже завязывать и патроны собирать. Мне кажется, у меня уже патронов эту на армию на целую, учитывая, что я стреляю лазерным пистолетом, а он работает на батарейках. Эти, мне пишут, что я где-то сейфы пропустил. Ну, во-первых, у меня сейфы... Чувак взламывать пока не умеет из-за низкого уровня взлома. Во-вторых, нахрен мне деньги здесь. Я еще даже торговца ни одного вообще-то не видел. Чего нужного они могут продать мне? Ну, только если броню какую-нибудь нормальную. Ёб твою мать. Got it. О, чудо-клей. Вот чудо-клей. Может, из-за того, что у меня отвертки нету, у меня такой взлом бешеный. Возьму-ка одну на всякий случай. А вот, наверное, на крышу выход. Или нет? Сейчас посмотрим. Единственное, что, блядь, загрузку лишнюю неохота, сука, наблюдать. Они здесь не очень-то и быстрые. Ну, не очень-то и долгие, конечно. Но... А, да, это крыша. Воу-воу-воу. Сука, и не видно же его. Хедшот. Где еще один? А вот сейчас, блядь... Залупа-шот. То хедшот, то ашот. Так заранее не угадаешь, как выстрелишь. Крышка, корабль. Так, ну и чё тут у нас? О, граната отлично за стеной. Браво, батюшка. Сколько всякого говна тут, а? У меня есть ключ от сейфа, но я не знаю, где этот сейф. Блять, как пиздато тут гранаты работают у них. Я ебу. Молодцы, что они, блядь, каждому по гранате дали, но это уже заебало, блядь. А, почему-то здесь автосохранение сработало. Нифига, какое чудо. Рейдер, рейдер тварь. Да ты рейдер мразь, блядь. Так, тир-1, беличьи сухарики. Надо по-быстрому забежать, сука, чтобы гранат не успели метануть. Их гранату кидать не сразу, осеняет как бы. Что? Клейстер. Что такое клейстер? А, клей, наверное. Да, такую здоровую территорию хер зачистишь, мне кажется. Ха.
Что-то опыта за них дают какие-то копейки обоссанные. На самом деле я тут только время трачу. Ничего тут интересного наверняка нету. Искать один единственный сейф в этой заднице что-то вообще впадло. Надо отсюда валить, короче. Кто стреляет, где стреляет, чего? Это с... О! Какая встреча. Когда я все очки движения провафлил. А, ну... Так, кто, блядь, кто? Возможно, это последний рейдер на этой... Вон он. Ну. Anybody here? Somewhere. Где-то есть еще один. Вякать там что-то сидит. Ага. Сгорит? Нет, не сгорел. Блять, опять в этом же месте, опять тут гранату кидает, ёб твою мать. Ну что, лестница вниз какая-нибудь есть тут? Или придется опять в дверь входить? Конечно, придется. Опять тут стреляет, а в пизду надоело. А, вот, можно спуститься. Я его спалил, сука, он там, блядь. Собака скулит. Мне кажется, он гранатой замахивался. Кастет. Он кастетом замахивался. Очень интересно. Да, мне кажется, что именно в этой локации невозможно их всех истребить. Очень уж их дохера. Найден АФ-95. Что за АФ-95? Ну... Мне кажется, здесь где-то братство стали вещало. Но теперь тут никого нету, естественно. Ах, вот оно. Здесь опускается еще, кажется. Только как бы вы думали, мышкой надо. Мышкой опускать, тогда да. Взломщик благодаря ловкости пальцев. Это все, конечно, замечательно, но... А. Если не хватает, то не хватает. Угу. А где тут лазерная стрельба из лазерных пистолетов? Снайпер, хрясь. Противник, атакующий вас в дальнем бою, получает шанс погибнуть от собственного выстрела. Блять, это гениально. В бою дорога каждая секунда. Скорее перезарядка всех видов оружия. Ловкость 8. Вот это хорошо. Ловкость 8. О! Плюс 25. Переносим сил 6 надо.
Ловкость 8, говорите. А у меня сколько ловкости? Оу. Хер с ним, пусть будет. Один хрен, я тут ничего не понимаю. Пока что. Я не нашел владельца лазерного оружия. Пистолет какой-нибудь, это есть. Винтовка есть, карабин есть. Лазерного почему-то нет. А раньше в предыдущих частях было, я хорошо помню. А, цех сборки зачищена, хотя почему-то не написали. Лексингтон. Это город, его зачистить невозможно. Мост. Так, в задницу. Вернуться в Кембриджский полицейский участок. Это нахера. Говорить содружество. Это где вообще содружество хоть? Я не вижу. Вернуться через полицейский участок. Сюда можно и по-быстрому вернуться. Может, я еще сейчас опыта хапну за выполнение какой-нибудь задачи. Или они мне новую дадут. Или скажут, ты не в братстве стали, пошел ты в жопу. Нам помощь от... Как это, сука, нам помощь от нейтралов не нужна, мы стали слишком горды и внезапно. Ну, сейчас посмотрим, куда они мне медаль повесят. В принципе, слушайте, у них тут оборона такая, занята-то как надо. И здесь нельзя включить крафт. Возможно, что у них задание, не если вступить к ним в братство, это не будет связано с постройкой им деревни. По крайней мере, не в этом месте, потому что верстака-то здесь нет. Он есть внутри. Да-да, мы молодцы, да. Да. Это он про меня. Так когда я кому мешал? Что-то мне... Да пошел ты нахуй со своим местом. У вас вон одна вступила, теперь жалеет. Я думал, он мне сейчас справа как втащит. Да. Ты ж сама тут не хочешь в этом братстве быть. А я так вступай. Да, здесь тоже нету верстака поблизости. Матрас-то обоссанный есть, поспать. Хильнуться хоть на халяву. Ничего тут нет. Дерьмо какое, ваше убежище, господа. Да. Без комментариев. Я трубу шатал просто, я охреневаю. Знаете, такое ощущение, что между частями, между третьей частью Fallout этой прошло где-то лет, наверное, 8. За это время баги, вот, баги, блядь, все меняется, баги вечны. Ай, так, инфо. Поговорить с паладином, да нахрен ты мне? С Труджерсом. А кто такой Труджерс? А хер его знает, мне в Diamond City надо. Где это? А, вон это, кстати, недалеко здесь, за мостом. Не буду вырезать, вернее, останавливать запись во время этой ходьбы, потому что здесь регулярно случается что-то интересненькое. Идешь, хера кого-нибудь встретил. Вот, например, стадо собак. Стая. Вожак-дворняк, у них даже два... Они даже в будущем собаки смогли голосовать и выбрали себе вожака. Офигенно. Слушай, какая уродичная псина-то. У меня петелька, он вообще благородных пород по сравнению с этими уродами. Вот сучерыш. Вожак собак, твою мать. С тремя крышками. А тут кто загнулся? О, письмо. И порванное письмо. Грязная фуражка почтальона. Сейчас кто-нибудь начнет кричать, что это отсылка к фильму «Почтальон» по любасу. Так, что там за письмо-то?
Откройте для себя великолепные сокровища Jamaica Plain. Уникальная выставка продлится всего одну неделю, после чего эти бесценные экспонаты поместятся в сокровищницу. И больше их никто не увидит. Приходите на уникальную выставку всей семьей. Тэш, я тут хочу попробовать добыть сокровища. Ты со мной? Ах ты, блядь, ворюга ебучая. В районе Бэк-Бэй появились стрелки, и ходят слухи, им нужно что-то в здании галлюциген. Держись от них подальше, пока не уйдут. Я уж думал, ответное письмо можно написать. Так, ну что, маркер-то какой-нибудь появился в связи с этими письмами? Вот это что появилось? Корпорация галлюциген, видите? Появилась. А, как насчет зайти в корпорацию галлюциген, раз уж по дороге практически? Слышу ваше молчаливое одобрительное согласие, поэтому поставим-ка мы туда метку. О, вот в это здание тоже можно зайти, по дверям видно. Адвокатская контора Стукдруг... Судорога, короче. Нет? Не здесь? Ну, адвокатская контора, а вход-то где? Со двора, что ли? Нет. Это просто, видимо, локация для быстрого перемещения, а входа здесь нет никакого. Ах, вот она, адвокатская контора. И рейдер побежал мутузить мою собаку первым делом. Осел, ёптать. Спать нахрен, тварь. Мы за Гринпис, ёптать. Сука, зато за них тараканы воюют. Как они приручили москита, охренеть. Сука, твари, из-за вас ушел мой стимулятор очередной. Прикольно, когда желтым цветом подсвечивает питбой. Пипбой. Куда лучше, чем зеленым. Или красным. Ну, может, еще белый можно сделать. Белый тогда был бы вообще, наверное, бесценен. Что-то не врубаюсь. Это все, что здесь есть? Охеренно. Ну и шило, ёб твою мать. Два каких-то безумных рейдера. Институт? А что за институт? Адвокатская контора. Мы не здесь? С паладином ходили. Там тоже какой-то институт был. Супермутанты? Уже? А с кем они воюют? Друг с другом, наверное. Воу, полегче, полегче. Блять, с такой дистанции то мимо стреляет. Обмудок. Короткий автомат. С кем они... А, с синтами, ёб твою мать. Беру и ставлю крестик. Эх, я голосую против всех. Тем более, что... Дрын. Погремушка, дрын, глазница черепа. Пусть будет глазница черепа. Погремушка — это их здоровая дубина арматурная такая, по-моему, да? А дрын тогда что? Письменный стол. А мне-то что здесь надо? Собака, ёб твою мать. Собака, пройти мишака. О, нихера себе. Вот у нас... Блять, ну ёбаные гранаты, как они заебли, господи, это пиздец вообще, блять. Ебанутые нахуй разработчики, всем по гранате, блять.
Что у меня есть за оружие? Это хоть какое-нибудь получше есть? Пистолет, вот это. И все? Я так не думаю, что-то же у меня было еще. Вот. Патронов только мало. Блять, это точно лучше, чем моя лазерная винтовка. Ебать, перезарядка. Да, блять. Да, оружие просто я ебу. Им сам Иисус, наверное, нахуй отстреливался, когда его, блять, в окружение взяли. А я напоминаю, что его взяли. Мне что, сука, за броней за своей сходить, что ли? Из автомата. Почему я из автомата дробовик сделал? Каким хером? Так, а коктейль Молотова, если я возьму. Ёбнуться. 27 штук. Они что, спариваются, лежат, что ли, у меня на глазах? Что-то в этот раз эти синты не вышли мне навстречу. Охуенно, блядь. Просто, как, блядь, одно удовольствие с ними сражаться, я ебу. Что-то я не помню, что в предыдущих частях они так ебанически херачили гранатами. Да, перестрелка, конечно, прям безумный вестерн. Ну что, ваш ход, ублюдки? А, все, всех положил, что ли? Никто гранату тут не кинул на прощание. Подлую гранату. Институтский карабин. Да нахрен мне ваш проститутский карабин. О, калечащий костыль. По-моему, у меня трость калечащая была. А, у меня такой есть. Пфф. Сука, он тоже, блядь. А, наносит на 50% больше урона. Тут, видимо, можно народ. Ой, набор костылей собрать или тросточек. У меня чем меньше здоровья, тем больше урона. А здесь просто по конечностям. Мясо кротокрына. О, охотничий карабин. Это тема пушка, кстати. Если ее проапгрейдить, я уверен, будет. Ай, какая пушка. Что? Бесшумный, стремительный, гладкоствольный. С глушителем, наверное, что-то. Демпфированный, стремительный, гладкоствольный. Офигенно. Какой прут. Что там демпфированное? О-о-о. Офигенно. Дробовик, наверное. Урон 10. Ёбнуться можно. Это что за... Демпфированный. Дальность 160, метка 76. Метка 74, дальность 191. Это дальность больше. Цена 67, цена 86. Сразу понятно, какой, как, какой ствол лучше. Бросить. Не собираюсь таскать на горбу все это говнище. С глушачка. Понятно, это автомат Шептун. Так, я разрулил эту ситуацию на сохраниться, а то еще какой-нибудь гренадер, блядь, пойдется. Поднос, топка. Собственно. Хм, скелет даже на части не разваливается при падении. Ожидаемо, в общем-то. Собственно, а что тут делать-то? Если у тебя квеста нет, сюда можно было и не ходить, я так понимаю. Эти уже позу поменяли хотя бы. Патроны, бутылка, короткий гладкоствольный с патронником с каким-то.
А вниз-то как не можно отсюда спуститься? По-научному, чтобы не падать. Можно. Так, чем-то в потьмах-то. То жалуется, что ничего не видно. Мужской сортир. Ну, как будто конца света и не было. А у женщин только одна кабинка. Вот почему нихуя. Так, цилиндрическая ваза Ива. Спасибо, не надо. Кто-то мне написал в комментах свои достижения, что он уже поселок отстроил. Нашел чем гордиться, блин. Поселок. Кому нахрен нужен этот поселок? Технологический институт. Это не выход ли часом отсюда? Нет, это выход на крышу. И во внутренний двор. Не знаю, есть ли что-нибудь здесь на крыше. Вряд ли. Сигнал пропал. О! А кто это там у нас на кораблике-то интересно плавает? Ну-ка. Где моя укрепленная снайперская винтовка? Ее поставлю на шестерку. С четверки, почему у меня оружие пропало? А хер его знает. Супермутанты, да? Танк у них там есть. Рейдеры. Не, это рейдеры одетые, что ли? Кто это такой? Ладно, об этом буду париться, когда туда дойду. Пока надо посмотреть, что, собственно, тут было-то хоть. Но эти двери заколоченные не открываются, ясное дело. А, ради чего я там воевал-то? Что супермутанты там хотели? Вообще, что супермутанта может быть там нужен? У роботов. Что? Мне говорят, что он носом показывает, когда что-то находит. Молодец. Пиздюк ушастый. Нашел короба с патронами. Кол института. Я так и не понял. У меня институт уже значит как зачищенный. Надо посмотреть. Ну просто я... Мне кажется, что в каждой локации должна какая-то фишка быть. Что-то там найти можно. Тем более в институте роботов. Ну это выход. Походу здесь ничего нету, просто здесь месились супермутанты. Настольная игра радиус взрыва. Супермутанты просто с роботами здесь месились и все, больше здесь ничего интересного, видимо, нет. Лопата, блядь. Говна лопата вон туда. Да. Мел. Гибсон, ёпта. О, столовка. Студент с голода помер. Крышка мина. Промышленная масленка. Вау. Масло в ней есть. Это мне масло так надо было. Никаких фигурок, ничего тут не найти. Да, бесполезная локация, сука. Зря воевал только. А, это что за дверь у нас тут подсвечена, интересно. Укрытие Пуловски. А, да, тут внутри можно спрятаться от чего-то. Игрушечный инопланетянин. Хер его знает, может. Для крафта нужен. Так, я что хотел все посмотреть, кто там, собственно, на лодке окопался. Вот на этой. Вас не видят. Главное, свет не включать, тогда и не заметит. Опять он. Сигнал появился, сигнал пропал. У меня, кстати, стелс-бой есть.
Разрушенный корабль Клокот. Рейдер тварь. Собака, давай гавкать, привлекать внимание. Еб твою мать. Ой, блядь. Кто откуда стреляет, я понять не могу. Вот сучёныш. Кривой, блядь. Это был не самый страшный рейдер, это был фуфлыжник. Вот самое зло. В туловище ему надо. Сгори заживо, мразь. Ёб твою мать. Это здорово, чувака завалил. В темноте-то вообще их не видно, где они там. Ну чё, ребята, все? О, бля, дельфины-то какие. Зубастые дьяволы. Так, и во что это у нас был одет? Съебись отсюда, псина. Силовая броня рейдеров. Вау, туловище. Силовая броня рейдеров, два голова. Шипастая броня. А почему с него... Почему он не раздевается? Интересно. Ну, шипастая броня однозначно, да, и выкидывать нахер. Это как бы полный комплект брони. Так, силовая броня рейдеров, туловище, голова. Что? А туловище ничего не весит, только голова весит. У меня есть идея. С этим я потом разберусь, как использовать эту силовую броню. Возможно, ее можно добавить в свой комплект силовой брони. Так отдельно нельзя, видимо, носить. Голова-то у них явно круче, у них же второго левела она. Да иди нахер, блять, отсюда. Стимулятор же. Симулятор это Цимис. Е, перейти. Куда перейти-то? А. Ты собакой командовал. Виски, виски. Бутылка виски и просто виски, ёбнуться. Что надо брать-то из этого? Это все, что тут было, да? Я ради этого штурмовал вот этот корабль. Ради одной обоссанной бутылки виски. Интересно. Да, кстати. Надо сохраниться, а то помру еще. Внезапно. Мне нравится количество стимуляторов, которые тут сыпятся. Пистолет, пулемет. Давно я что-то такого не видел. Второй мировой войны, причем пистолет, пулемет. Шатковойный отстроенный компенсированный бронебойный 10-миллиметровый автомат. Так, что я там взял? Бесшумный, стремительный, гладкоствольный. Ага. Ух ты, ёбнуться. Нифига. На пятерочку. Бронебойный до кучи. Офигеть. Вот это говно надо выкинуть нахуй. Говнище. Короткий двуствольный дробовик тоже говно еще то. Упс. Ну-ка посмотрим, что за малыш Инграм. Подожди, это он?
автоматический. А, автоматический пистолет, а не пистолет-автомат. Тьфу ты, блядь, я думал. Я думал, пистолет-пулемет какой-то новый офигенный нашел. Блядь. Че у меня, сука, стало, блядь, с этим взломом? Почему? Напишите кто-нибудь, что за бешеная скорость? Герой ёбу дал, по-моему. А, может и потому, что я ловкость прокачал? Это же бред, блядь, полный. А, о, как он, все-таки он пистолет-пулемет. Ну что ж, завтра испытаю на чьей-нибудь заднице жевательные пластинки. В очко себе свои пластинки. Все, спать до утра, вообще-то в темноте не пойду, ничего не видно, натурально на записи будет. Так что серии конец, кто досмотрел, тот молодец, а кто напишет что-нибудь и что-нибудь нажмет, тот вообще прекрасный чувак. Все, давайте.